мы договорились о том, что в течение этого года, до конца 2021 года, да, мы могли бы рассчитывать на поддержку со стороны Министерства просвещения Российской Федерации. И мы ждем поставку учебной литературы для всех школ Республики Абхазия в количестве более 250 тысяч штук. Надеюсь, что все механизмы, о которых мы договорились, будут поддержаны. И, соответственно, мы, конечно же, рады такой возможности и такому содействию на развитию нашей системы образования со стороны Российской Федерации.